Этот фрукт в Таиланде называют королевским фруктом. Хотите узнать почему? Обязательно досмотрите до конца. Привет! Привет! Всем привет! Сегодня поговорим о мангостинах. Или о королевских фруктах. Или о королевских фруктах, да. Почему их так называют, как их есть, как их чистить. И какие они на вкус вообще. Какие на вкус и как их выбирать вообще. Да. Поехали. Итак, мангостины выглядят примерно вот так, как такой темно-фиолетовый интересный круглый плод. Нет, потемнее. Ну да, бывает потемнее, бывает посветлее, это глобально не влияет на его вкусовые свойства. А у мангостинов всегда сверху должна быть очень зелененькая, бодрая, такая свежая, как сказать, свежие листики. То есть, если вы видите, что они серые, либо черные, либо засохшие, значит мангостин старый. Также на мангостине сзади такой природный цветочек. Это не просто так. Каждый из лепестков цветочка означает, сколько долек в мангостине внутри. Соответственно, если вот на этом у нас 6 лепесточков, значит будет 6 долек. Тоже 6. Вот. Но чаще всего бывает либо 5, либо 6. И можно, знаете, как клевер поискать счастливый, можно найти 7 долек. Чем больше долек, тем меньше вероятность попадания косточек. Чем больше долек, тем вероятнее, что может быть внутри косточка, которую есть ни в коем случае нельзя. Во-первых, она горькая и невкусная, во-вторых, она ядовитая. Но сам плод божественно вкусный. Он похож одновременно и на ананас, и на персик, и на клубнику. В общем, не зря он такой популярный. И сейчас я вам расскажу, как его порезать. Смотрите, способов бывает множество разных, но самый мой любимый – это надрез. А вообще, как выбрать мангостин, я еще не рассказала, да? Да, да. Его нужно выбрать, кроме того, что у него зеленые цветочки должны быть, ну вот зеленые листочки. Его кожура должна быть немножечко мягковатая и должна продавливаться. Не твердый. Так. Если кожура очень твердая, как дерево, значит, он уже не свежий, значит, внутри он будет испорченным. Вообще, мангостин очень капризный фрукт. Даже если вы выбрали его идеально, он мягонький, снаружи у него зеленые листики, количество долек вам нравится, все подошло, он все равно может быть внутри немного не соответствующий вашим ожиданиям. Почему так происходит? Само дерево мангостиновое, оно выделяет определенную такую краску. Именно эту краску добывают из деревьев и потом ее используют в качестве... Ну, как краску для окрашивания тканей. Эта краска, насколько там полезна, да, для людей, которые ее используют, настолько она не полезна для самих плодов. Вот здесь, вот даже на плодоножке, мы с вами можем увидеть немножечко желтые такие кусочки этой краски. Когда его срезали, вот посмотри, когда его срезали, немножко краски выделилось. Иногда в некоторых мангостинах краска проникает внутрь. И снаружи ты никак не определишь, что он там. Там классный, а вот если краска проникла внутрь, такое, к сожалению, бывает. И многие люди, которые любят мангостин, они знают, что там один раз на 10 может попасться не очень хороший, и, к сожалению, мы ничего не сделаем. Потому что ты покупаешь фрукты в лето в коробке. Мы умеем выбирать правильные мангостины. Да, только лето в коробке покупаем. Итак, мой любимый способ для разделки мангостина, я считаю его очень инстаграмным, то есть при этом фрукт сохраняется, максимально остается красивым, чтобы вы могли его дальше, например, сфотографировать. А сфотографировать вы его точно захотите. Итак, мы делаем небольшой надрез по всему мангостину, но не проваливаем ножи глубоко. То есть нам нужно прорезать только кожуру и совершенно не дотронуться до самой мякоти. Это происходит вот так. Стараемся сделать четкий надрез, и тогда нам открывается вот такая вот красота. Он немножечко похож на чесночок. Смотрите, вы сейчас узнали уже, что... В этих дольках могут попасться косточки, ну и по логике, да, мы сейчас знаем, что именно вот в этой дольке точно будет косточка, в остальных ее не будет. Больше всего обычно одна? А бывает несколько, если дольки крупные, если сам мангостин очень крупный.
Смотрите, сама кожура, она немножечко похожа на губку, она может быть разных цветов, она может быть черная, бежевая, красная, фиолетовая, ну, это совершенно, так сказать, не влияет. Дальше его можно либо достать, но я люблю есть его ложечкой. А, ты осталась без мангостина, давай, я еще раз, давай, потому что это не так просто, как кажется, кожура сама твердая, а при этом мякоть, ты не дорезаешь, чуть-чуть не дорезаешь. А вот так руки опасно. Да, он действительно такой капризуля. У меня получится. Все получится, однозначно. Я же рядом. Да, да. Все, я поняла. При этом давайте мы можем почувствовать его запах. Запах немножечко, мне кажется, на нас свой. Вот та самая краска, она чуть-чуть проникла. Как здорово, что нам попался именно мангостин. Он хороший, в нем нет никаких... так сказать, он не успел испортиться, но когда краска сильно проникает внутрь, то тогда вот дольки становятся серыми. Если дольки серые либо черные, их есть нельзя. Это испорченный мангостин. В этом месте у Оли будет вкусный, хороший белый мангостин, просто когда она будет кушать, ей нужно сделать вот так, немножечко убрать краску, ту самую, да, от дерева мангостина, чтобы она ей, ну, не мешала и не портила, так сказать, вкусовые впечатления, потому что краска и сама кожура мангостина, она горькая. Ну, я теперь боюсь. Нет, все, я тебе все почистила, не бойся. Так. Итак. Давай уже есть. Да, давайте попробуем, да, мангостинчик. Зачерпнем. Тут тоже одна, видишь, долька такая. Да, одна из большая. Видите, вот здесь можно посмотреть сразу на косточку, которая внутри просвечивается. А здесь косточку у меня нет. Это божественно вкусно. Да, это правда вкусно. Он не зря называется королевским фруктом. Что-то одновременно от ананаса, от персика, клубнички. Может быть, ты что-то еще чувствуешь? Самые вкусные дольки без косточек. Да, да, да. Поэтому не бойтесь мелких мангостинов. Если он мелкий, значит, вам в нем не попадется косточка. Угу. Максимально обсасывай, но не раскусывай семечку. Видишь, такая... волокнистая, что ли, да? Оказывается, я до этого неправильно ела мангостин. Да? Расскажи, как ты до этого ела. Я просто выкаскивала и ела. А, ну, как бы так тоже же можно. Не обязательно косточку вырезала. Ой, косточка же горькая. Ну, как-то. Вы знаете, я на самом деле немножечко хочу порадовать тебя. Да, давай. И рассказать такой анекдот, связанный с мангостином. А вообще, как вот появилось это название и почему именно мангостин? Существует такая шутка у тайцев. Когда-то один из путешественников приехал на такой тайский достаточно древний рынок, где были лоточники с разными фруктами. И на тот момент про мангостин никто не знал. Знали про манго, уже его начинали есть, пробовать, оно начало быть популярным, про него стали какие-то сказания появляться. И приехал путешественник, говорит, что это за фрукт? И тайцы ему отвечают, раньше мангостин назывался по-другому, он отвечает, вот что-то на своем тайском, очень похоже на слово манго. И путешественник ему говорит, а, манго, я понял. Он говорит, не-не-не. Вот это слово, я просто, простите, на тайском не очень хорошо запоминаю, но это не меняет сути разговора. Он опять ему отвечает, слово похожее на манго. Честно говорит, да понял, я понял, я тебя понял прекрасно, это манго, какой-то новый вид манго. На что тайц ему раздраженно говорит, мангостин, что в переводе значит, какой к черту манго. И в итоге он говорит, а, я понял, это мангостин. И в итоге теперь мангостины называются, какой к черту манго. Но по вкусу они, правда, похожи на манго, на нас, на клубнику и очень много различных. Даже на надо было и начинать наше видео, какой к черту манго. Какой к черту манго. Если понравилось видео... И мои анекдоты. Анекдот огонь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях все самые хорошие слова. И какие бы фрукты еще бы вы хотели увидеть в наших обзорах? Да, Алена знает о фруктах, о всех фруктах. Абсолютно все. Абсолютно все. Пока.